Всем привет! Вы на канале Game Julia. И сегодня я хочу показать вам, как из бумажных полосок можно сделать красивую ажурную снежинку. Для этой поделки вам понадобится бумага двух цветов. Я взяла белую и голубую. Вам нужно будет нарезать полоски шириной 1 см. Да, и еще один кружок диаметром 3 см. Берем одну самую длинную белую полоску. Склеиваем ее петелькой. Теперь наклеиваем на нее голубую полоску. И с другой стороны тоже подклеим. Как видите, голубая полоска будет чуть отклонена в сторону. С другой стороны тоже приклеим вторую такую же голубую полоску. Ну что ж, осталось приклеить еще две белых коротких полосочки. Приклеиваем точно так же. В итоге у нас получится один ажурный модуль снежинки, или один лучик. Таким образом, нужно склеить все 5 модулей, все 5 лучиков снежинки. А теперь нам нужен белый кружочек. Разделим его карандашом на 5 равных секторов. Это нужно, чтобы все лучики снежинки у нас были приклеены симметрично. Наносим клей и наклеиваем один модуль. При наклеивании в центре остается пустой промежуток. Его потом мы задекорируем. С этой стороны тоже, конечно, можно наклеить белый кружок. Но я наклею по центру кружочек глиттерной бумаги. Ну что ж, наша ажурная объемная снежинка готова. Ею легко можно украсить дом или класс к Новому году. Понравилось это видео? Ставь лайк, подписывайся, кто еще не подписан. И жду тебя снова на канале Game Julia. Пока-пока!